Я вся вижу по глазам, что ты хочешь мне сказать. Я не буду тебя знать. Читаю по губам, мне нечего сказать. Я не вижу смысла врать. Мне хватит слов, что я сказал. Автобус врезался в автомобиль Мальки Сузуки и какое-то время буквально тащил его по ходу движения. Как подтвердили ГИБДД, 11-летняя девочка-пассажирка Сузуки погибла в огне, где уже находилась ее мама, которая пыталась спасти ребенка. Что же случилось, еще предстоит выяснить. Следователь сейчас проводит проверку. Под Агабеля!